Дай огурец. Я что-то угарнула с того, как Макс сказал, ой, я что-то нечаянно задисплеил. Нечаянно. Ну, смысле, нечаянно, я просто такой думаю, сейчас он, наверное, что-то кастует, ну-ка прожму. Фигакс, она прожалась. Мы, короче, в ОСе стоим, 5 часов ждем, пока задекурсят назад. Ой, я нечаянно. И вообще я перенервничал. Ребят, ну вы смотрите, реально, тут, ну кто оббегает, вы же волну вот эту ледяную за собой тащите. Вы смотрите, как там отбегаете, потому что тянете через весь рейд. Хорошо. Что? А, кстати, а эту зеленую хрень дадут? Полторечку какой-то. А, вот он, заплатить. Кореянку присумонить надо, хуй знает где он. Да лагань. МП5 бафните? Да-да-да, бафнем. Забудь это слово. На нас метки поставили. Я надеюсь, вы слепые и отбежите от нас, дождём. Я не достала, честно говоря. Разу набрали. Сейчас еще одна глыба и прячемся. Ой, там не глыба. Прячемся, прячемся. Аккуратно тут между глыбами, чтобы ударить. Нормально.
Ставлю тотем. Киньте этот. Ник называй. Да, понял. Гимномана без КД, если что. Азраил на ХП читай. Прятали. Можешь хвостатый на ману читать. Ну, а что-то сдерживается. Дайте Геру, я не знаю, что. Надо. Сразу у меня хитки я стою. Трёшки. Да, чёрт его. Ещё поживите. Как приземлиться, визиря резай варлайк. ХПС смотрим. Обоссанный друид Войда, блять, в третьем спеке. Ребята, блять. Что это значит? Аддона кому надо. РДД и танки, по-моему, хорошая штука. На хилах хуй знает. Чё, калитка закрыта? Сейчас будет. Так, Рика. Давай, Рика, тебе закину, возьмешь сока как-нибудь, если убьем.
даст ловкость. С ловкостью маги не носят. Надо кому-то это с ловкостью. Настя, закинул. Критхаст. Ну да, у меня шеи нормальные. У тебя санина какая-то вот на тебе. Да, санина с Удгардом. О, благодарю. Так, ну чё, взрыв в ШП. Кто там был? Ну всё, пятая пати хилы. Все в это, в ДД. Танки, Тагариус, Клипсы. Сейчас я всё выпрыгну. Значит, совы. У нас тут три как раз за дублю, визирь, войд. Контролим людей, вихрь кидаем на них. Если вихрь невосприимчивый, то помогаем контролить проклятие, превращение в жабу, фир, превращение в овцу, стан от 4, от 5 ретриков в рейде, от 6, блять. Пиздец, сука, 1000 ретриков, 1000 сов. Тут нельзя вайпнуться. Так, пол рейда сдыхал, рыбу ставили? Что-то есть подозрение, что у нас 6 паладинов и из бабла кто-то будет бегать. Ешьте рыбу. Джордж Фокс, короче, и все остальные позы сыпают. Тут, ну, ешки не забудьте не давать. Тотемы свои тут не ставить. Петов на пассивство. Все бежим в метки, все в куче бежим. И если кто-то спереди забегает, то будьте тоже умными. Кольцо, наверное, у вас сегодня спизжу. Чего ты там сваришь? Кольцо спизжу, наверное. А то вот это у меня на эрдру и на сове одновременно. Хожу как бомж. Да, вот именно его, блядь. 20 крита сразу, блядь. Хоста. Хоть утешительный приз какой-то. Азраил. Че он писал? Сказал, ему нужно идти. Идти надо, закиньте ЕП потом, не забудьте ПЖ. Сейчас. А, кстати, я вот сейчас посмотрел, где эти ЕП не снимаются. Это должно быть. А, ЕП не должны снимать. Не, ну типа, только... когда родишь. ЕП тебе дают. Я тебе потом объясню, давай не сейчас. Ладно, 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 хорошо, не снимайся. Ты рыбу похавал? Угу. Все готовы. Я сейчас в этой арче привезу. Пошли с крестиком. Пока тут первая фаза, объясню. На тебя будет вешаться черепочек, выходишь с рейда. И крестик, выходишь с рейда. А под тобой иногда могут появляться лужи, такие красные. Из них надо выйти. Не выйдешь, ваншот. Понял. И все, туннелишь босса. Еще есть такая штучка, как будет прилетать контроль. Если тебя бьют, жми глыб. Если рядом кто-то там не законтролен, жми
превратить в овцову. И все. Ну, Павлик, давайте, чтобы не вайпаться с контроля, нормально отыграйте. А тут пухи можно снимать. Хотя тут непредвиденные ситуации. Вот баф, защита от темной магии, там снимите. Здесь лед бьет. Если он есть, его вроде и нет. Это ДД слакеры, тут солдатиков бейте, оттуда ходит и по рейду бьет. Визирия вылетела. Она в Дисе? Наверное. Да, в Дисе. Что-то слакают ДДшки. Что за дела вообще? Сейчас вторая фаза будет добивать его. Нет. Набирайте ренджу. Сбиваем каст, не сбиваем. Давайте, Кир. Контроль. Трубового контроля, еще последний вихрь. И давайте ему эфир после этого. Поднимаю ДЦ. Вставай. Что-то косты не сбивают.
Медики аккуратно. Стой, дайте скорую контроль опять. Отойди от рейда. ПДЦ дадите Иннер. Давайте этот все Иннера в КД отдайте. Там это, кореянки, наверное. А, визири нету. Контрольте людей. По мне, сдайте этот боб. Главное, смотрите, сова захуярит вас. Спасибо за волк, кстати. Давайте. Черновой там. Максус, турбоежик, возложение рук по креветочке, турбовый, пан по варлайк, возложение рук. Хоть ману реснет немножко. Не-не, я это клятву не беру. По креветочке все паладины остальные. Возложение рук. Контролем или эфиряем. Они хилов убивают всегда. Роланда начинаешь хилить. Сейчас я до контроля тоже похилю. Хотя у меня нечего. Отойди, правее. Ну, на все бабки Тагариуса, все хилим флешками быстренько. Возложение это. Капли отойди. По нему, капли отдавайте. По Тагариусу, чтобы не упал танк. И про товар тоже. Респирить надо. Ой. Все, маны нету, хуй знает. Добивайте. Че за дурлю резай меня, паразит? Сто тысяч босс осталось. ГЦ. Они да, берут смотрите. Сразу, кто в контроле, они убивают этого хилов сразу. Вот, как ты хотел, кольцо. Чё? Ну, блядь. Я ебал, нахуя? Это пиздец, пацаны, ну это ебать конченое вообще, я ебал, это пизда. Ну, это пизда.
что-то бывает, когда хоть как я хотел. Я просто в шоке. Я вот вообще в ахуе. Это как эта игра, это работает просто, ну это как случается? А что ты хотел? Да ни одного кинжала, ни одного. У него пух нету. С говном бегаю просто, с говном, блин. Это предбис вообще, который даже не идет на меня, блин. Я просто... Потому что ничего не было. Ну смотри, щит на хило выпал. Кому он нужен там? Не мне, у меня есть такой. О, привет, КГЦ. А там Роланды разве нету? А, есть, есть. Даже ну, есть. Есть. По-моему, было у нее. Ну, это на кота, там кореянка, смотри, 100%. А это был Last Boss или Зарик? Да, это Last Boss. Так, Зарик, тебе надо это отдать или что? Не, ну нормально так, это плечи, штаны взял. В смысле, это пропавшего покорителя. Зарик, так. Зарик. Ну у него второй спек кота, он там как бы не одет. Я не знаю, тебе лучше будет это или что? Крит хоста. На сурве играет. Кинжалы какие-то чмошные. Не знаю, не знаю. Мне кажется, это не оценивает. Этот, пойдем в дискорд, канал ниже. Ищем, что такое.